считаем, что Dairy Tech, как отраслевая выставка, конечно, главная точка встречи и притяжения. Радует то, что сегодня огромное количество людей, несмотря на то, что первый день, еще нет даже обеда. Мы регулярно участвуем в выставке Dairy Tech, и этот год не исключение. Для нашей компании участие в выставках дает возможность заявить о себе, рассказать о новинках. Для нас данная выставка очень важна. Для нас это основная выставка. После выставки всегда к нам приходят новые заказчики. Мы постоянно расширяем свою клиентскую базу. Мы представляем здесь на выставке Воронежскую область. На нашем стенде представлено 5 компаний, которые занимаются производством оборудования, материалов, сырья для молочной индустрии. Эта выставка для нашей компании уже не первая. Мы уже участвовали в ней, получили очень хорошую отдачу. Мы здесь находим своих потребителей, покупателей нашей продукции. Мы приехали на выставку, целая команда директора, техник, который будет оборудованием заниматься, я технолог. Мы собираемся производить сыр, и нам нужно подобрать оборудование. Вот мой начальник уже нашел подходящую фирму, и я сейчас еще смотрю ингредиенты, закваски, все, что нужно для производства. Выставку посещаем не первый раз. Сами мы из Беларуси, любим к вам приезжать. В том числе приехали посмотреть, что сейчас в нынешних условиях собой представляет развитие молочной отрасли. Dairy Tech – это прекрасная площадка для встреч с партнерами, с клиентами. Замечательная выставка. Благодарим организаторов за такую возможность.